Электросварщик филиала ПАО «Т-плюс» Петр Вагин завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях профмастерства среди специалистов холдинга. Конкурс проходил в Самаре. Участие в нем принимали 22 человека. Ивановец, по сути, представлял сразу два региона – Владимирский и Ивановский. В конкурсе нужно было хорошо заварить два стыка – 32-й и 159-й. Еще этапы были по охране труда и по оказанию медицинской помощи. Вот он такой достаточно сложный и емкий конкурс был. Ну и, естественно, начислялись определенные баллы. Чем больше баллов наберешь, тем ты на определенном рейтинге как бы остаешься. Ну, я постарался и как бы набрал определенное число баллов и вошел в тройку лидеров. Были ребята, которые варят лучше меня, рассказывает Петр. А значит, есть к чему стремиться. Хотя в профессионализме сварщика здесь, на ТЭЦ-2, никто не сомневается. Работает он на своей должности уже 30 лет. Имеет 6-й разряд, который получают только истинные мастера своего дела. Хотелось бы отметить чисто человеческие его черты. Он самый добрый у нас человек в коллективе. Отзывчивый, всегда придет на помощь. Ну, мне и всему нашему коллективу очень приятно с ним рядом работать, побольше бы таких. А еще Петр всегда готов помочь молодым специалистам, чтобы им не приходилось краснеть за свою работу. Ведь на кону погода в доме тысяч семей. На этом предприятии мы во много раз больше чувствуем, чем, наверное, на других. Мы же даем тепло городу, даем электричество. И у нас режим-то непрекращающейся работы, мы поддерживаем его. Ну и как бы это вносит долю большой ответственности на наши плечи, скажем так. Мы несем груз ответственности, чтобы все было хорошо, чтобы у наших жителей был свет и тепло. За 30 лет Петр Вагин ни разу не менял место работы. Напротив, освоил дополнительно еще профессию слесаря и теперь незаменимый сотрудник, мастер на все руки. В конкурсе всероссийского уровня участие он принял впервые. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.